Підприємства накажу відсторонити від виконання обов'язків заступника директора філії публічного акціонерного товариства Державна продовольча зернова корпорація України Миколаївський портовий елеватор Ципаря Сергія Михайловича на період проведення перевірки 24 листопада. Сьогодні вже 26. Не вопрос. Еще не уволили. Никто никого не обязал. На данный момент есть факт, который зафиксирован. Опять же, что касается трудового коллектива, господа, чтобы вы поняли и услышали, на данный момент происходит следующая ситуация. Трудовой коллектив остается на месте и работает. Работает не трудовому коллективу. Вовремя выплачивается зарплата. Вовремя выплачивается средства. Значит, на данный момент, что происходит, идет борьба четырех человек, которые представляют интересы пана Бадюлы, с решением руководства корпорации. Это трудовой коллектив. Вот трудовой коллектив. Вы занимаете серьезную должность. Я занимаю серьезную должность. И на данный момент, господа, я занимаю... Разве требования закона, соблюдение закона? Это интересы. Лоббирование чего-то интереса? Соблюдайте, значит, соблюдайте, пожалуйста, закон. Правильно. И мы подчиняемся. Сейчас существует правовой спор. И это надо решать в судах. Не сейчас здесь на пороге кричать друг на друга, мериться на вас. Вы не мешайте мне выполнять мою работу. Давайте мы не будем выполнять указания. Каждый будет выполнять свою работу. Я выполняю свою, вы свою. Я выполняю работу. Я приехал на инспекцию данного предприятия. Я выполняю наказ руководства данного предприятия. Я приехал раньше, это вы приехали. Вот, я приехал раньше. Переговоры вели еще до допуска до помещения. Конечно, были разговоры. Значит, господа, на данный момент... Так, я хотел переговорить... Секундочку, послушайте меня, будь ласка. Зараз у нас как раз идет продолжение, и тут зараз представник корпорации. Значит, я говорю с приемной виконуючий обов'язки министра Мінагропромполітики. Я зараз не буду... Вы меня з'єднуєте с ним, так? Ага, мобильный телефон. Хорошо. Хорошо, мобильный телефон. Секундочку, я вот, зараз запишу. Господа, на данный момент, чтобы еще раз, я повторяю, никакие уже рейдеры уже местные уже перипетии. Рейдеры это те, кто не извиняет. Опять же. Олег Александрович, как вы о себе заявили, люди совсем не рады. Я устаю сейчас просто, вы знаете, у меня нет слов.